Сейчас для вас будет петь лауреат Грушинского фестиваля и еще многих других фестивалей. Друзья, Шухрат Хусаинов подвел черту под выступлением самарских авторов. Я думаю, всем вместе можно еще раз поаплодировать. А сейчас готовится к выступлению следующая команда, о которой я скажу несколько слов. Это команда Грушинского клуба, группа, которая пока не имеет названия. Ну, сейчас вот рождаются разные названия, например, такое как телепузики. Думаю, вполне годится. Что это такое? Мы назвали свое выступление, и может быть не только выступление, немножко об этом расскажу, проект «Любимые песни Грушинских фестивалей». Вы знаете, что совсем недавно были выпущены компакт-диски «Песни века». Тут, по-моему, микрофон плохо срабатывает. Вот. И у нас родилась идея, ну не то чтобы повторение, но в этом же стиле записать компакт-диск. Ну и, конечно, кассеты, связанные, с песнями, которые составляют главное течение вот всего нашего Грушинского фестиваля. Какие-то знаковые такие песни, которые горячо любимые в течение много лет на Грушинском фестивале. Это песни известных авторов, это Визбора, Куджавы. Некоторые песни авторов, которые известны на Грушинском именно фестивале. Вот. Компакт-диск в работе, записано уже, ну, будем говорить, пройден экватор, но к Грушинскому фестивалю пока мы такой диск не подготовили к этому. Конечно, к зимнему даже Грушинскому обязательно такой диск будет. Я хочу представить моих друзей, вот членов этой группы. Это в целом, если сказать, довольно известные в Самаре люди, в других фестивалях, лауреаты фестиваля, дипломанты, авторы, исполнители. Вот слева от меня стоит Олег Коваленко, которого вы сегодня слышали. Он, кстати, ведущий на самарском радио передачи о самарских, а вообще о бардах. Слышите такого? Вот, пожалуйста, Олег Коваленко. По-моему, по воскресеньям, да? По субботам, да, по субботам. Дальше известный исполнитель в свое время, много выступавших во всем весе, Михаил Вольдман. Юрий Карпов сегодня выступал перед вами. Наиболее известный, наверное, вам Петр Старцев. Один из вариантов названия нашей группы – «Старцы». Александр Котлеров. Замечательные наши девушки. Диана Феоктистова. Ирина Вольдман. Вячеслав Сергеев. И уже известный вам сегодня выступал Сергей Анцинов. Ну, естественно, конечно, известный вам автор маленькой баллады о большом человеке, который всегда открывает фестиваль, Борис Есипов. Спасибо. Да, первую песню представляю я. Мы так разделились, чтобы каждую песню представлял какой-то, значит, наш человек. А песня называется очень просто. Наверное, наверняка вы ее знаете. Она была написана в 78 году моим земляком Юрием Зыковым. И в 79 году сюда привез ее, и вся гора, и весь фестиваль пели эту песню. Коль ветер дорог не сумеет помочь, не чувствуй свою вину. Отчаяние прочь настроит ту ночь на Куйбышевскую волну. Отчаяние прочь настроит ту ночь на Куйбышевскую волну. Сегодня пополнится бардовский строй, быстрей подтяни струну. С беззвездным ключом гитару настрой на Куйбышевскую волну. С беззвездным ключом гитару настрой на Куйбышевскую волну. Сердце тревожно забьется в груди у песен твоих в плену. Скорей выходи на Куйбышевскую волну. Скорей выходи на Куйбышевскую волну. Коль ветер дорог не сумеет помочь, не чувствуй свою вину. Отчаяние прочь настроит ту ночь на Куйбышевскую волну.
отчаяние прочь настроит ту ночь на куйбышевскую волну. Следующая песня, пожалуй, наиболее известная не только на Грушевском фестивале. Ее поют, можно сказать, все. Это песня Александра Дулова, известного автора «Ну, пожалуйста». Следующая песня нашего самарского автора, которого никак никто не может найти, Александр Краснопольский. Песня 79-го года, выпуска 79-го года, «Как над Волгой рекой». Краснопольский, ты слышишь нас? Да, Саша, тебя подойдите, ищут. Пожалуйста, к эстраде. Расплескался закат, и серебряной песней река звенит. Про княжну раскрасавицу и казака, что поют до сих пор на Руси из коней. Про княжну раскрасавицу и казака, что поют до сих пор на Руси из коней. Много весен и зим с давних лет пронеслось, но по-прежнему в Волге уши гулей. Персидскую девочку жалко до слез, и раздольная воля невесты милей. И персидскую девочку жалко до слез, и раздольная воля
одну. Только Волга течет, только песня звенит, и не может их море вместить ни одну. Песня, которую я хочу представить, настолько связана с этим фестивалем, насколько был связан с этим фестивалем автор, написавший ее, Юрий Висбор. Больше, мне кажется, говорить не о чем. Пожалуйста, вместе с нами, все, кто ее знает. Своим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке. По самой бровке жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо падок рассвет, уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня пекло не пошлют. То взлет, то посадка, счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капоты крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного, не дотянул он до посадочных орудий. Знаете, Юрий Висбор, конечно, известный наш, к сожалению, рано ушедший из жизни человек. Но вот появляются новые авторы, которых мы очень любим. И, скорее всего, вы их любите. И наверняка следующую песню вы будете петь вместе с нами. Потому что недавно вот рядом с нами стоял автор, который все знаете. Его зовут Анатолий Киреев. Киреев. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках, а как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках, а как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. Кто-то выключит свет, лампу солнца потушит, и зажгутся костры, голоса зазвенят,
хочется петь, ах, как хочется слушать, ах, как хочется жить и любить всех подряд, ах, как хочется петь, ах, как хочется слушать, ах, как хочется жить и любить всех подряд. Скоро будет гроза по известным приметам, налетит, нагремит и пройдет полчаса. Как пахнет дождем, это звонкое лето. Кто-то в рупор ладони кричит в небеса. Подари мне рассвет, подари мне зеленой повадки. Подари самолет, высоко в облаках. Как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. А сейчас, друзья, мы споем песню Булата Акуджавы. Старинная солдатская песня. Вот, наверное, я не знаю, я, например, не слышал со сцены, чтобы ее хором пели. Так что давайте вместе, помогайте нам. Да, поэтому давайте споем вместе с вами ее. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулею пробито днище котелка. Маркетантка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Письма не нужны природе. У могилы братской грустные посты, вечные квартиры в перелесках. Вы теперь спокойны и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски. Вы теперь спокойны и сердца чисты, и глаза распахнутым по-детски. Спите себе, братцы, все вернется вновь, все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь будет помириться. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулею пробито днище котелка, маркетантка юная убита. Пулею пробито днище котелка, маркетантка юная убита. А сейчас
сейчас мы с удовольствием споем песню, которая сегодня уже звучала, и опять же подтверждает наше мнение о том, что эту песню любят. Ведь мы выбирали песни, потому что мы все их любим. Это песня Сергея Анцинова и Юрия Панюшкина. С нами ничего не случится. Дождь и качнутся ветра, лист упадет, как письмо человеку, и перелетная крикнет пора. С нами ничего не случится, память уведет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заблудало с утра, и не вернуть уходящего лета, как не вернуть уже прожитых дней, свечи берез среди серого цвета, говор тайги, ни о чем не жалей. С нами ничего не случится, память уйдет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заблудало с утра. Сентябрем, с недолгой рекою, домик в тайге и последняя ночь, можно еще дотянуться рукою, но возвращения не превозмочь. С нами ничего не случится, память уйдет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заблудало с утра. С нами ничего не случится, солнце одинокою птицей в тучах заблудало с утра. Спасибо! Большое спасибо! Ждите выпуска диска!